Россия и Украина провели новый обмен пленными. Каждая сторона вернула домой 95 человек в рамках соглашения, заключенного при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. В Минобороны России отметили, что после обмена российские военные находятся в Беларуси, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Вернувшимся представлена возможность связаться с родными и близкими. Вместе с этим несколькими днями ранее Москва и Киев провели обмен телами военнослужащих. России передали 89 тел, Украине 501. Это был первый обмен между сторонами с момента начала вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа этого года.